Группа шла всю ночь. Сейчас с рассветом десантники располагаются на дневку. Надо отдохнуть, поспать 2-3 часа, принять горячую пищу. Десантники делают кратковременный навес укрытия, но не от дождя, а для того, чтобы со стороны не было видно пламя костра. Костер разжигается в специально выкопанном углублении. Вот так разжигают костер химическим средством. Дым от костра рассеивается в кустах и листве деревьев. Со стороны этот яркий костер невидим. Разведчик в лохматом камуфляже натягивает брезент навеса. Этот брезент натянут на каркас из длинных ветвей и сучьев. Копает углубление под другой костер. Этот костер разводится только одной спичкой. Тоже углубление с использованием местных горючих материалов. Костер не должен дымить. Вот так. Дым от костра рассеивается в ветвях и кроне дерева. Со стороны этот дым не виден. Брезент навеса маскируется ветками. Это подгонка веса снаряжения. Разжигание костра химическим средством. Оно горит при любой погоде. Приготовление горячей пищи.